сижу, вот у меня в голове целый этот, и думаю, вот что бы вам спеть такое, чтобы запомнилось прямо, и, прям целый список. Пальцем в книгу. Пальцем в список. Книгу, да, попадешь, что ли? Да, давайте я свою и в Сибири очень любимую песню спою. Ну, на стихи Жени Латаева песня «Ангелы», которые летели ангелы. Да. Вот, кстати, аккорды снимают. Бывают сны реальней были, как боль, как тягостный недуг. Над полем ангелы кружили, летели ангелы на юг. Летели ангелы на юг. Лев в синем поднебесье, от русских городов и весей, от русских бед и русских мук. Парили молча в высоте, уже невестниками блага, и лишь один тихонько плакал, какой-то маленький хвосте. А я бежал за ними вслед, и я протягивал к ним руки. Куда ж вы мчитесь, божьи слуги? В постыдном бегстве чести нет. Эй, вы, святые сторожа, ответьте мне перед побегом, как жить в России человеком, когда без ангела душа? И мне вожак сказал в ответ, с небес пикировав навстречу: ты не суди нас, человече, в тех душах, где мы жили вечно, нам нынче просто места нет. Ни нам, ни вере, ни Христу. Там в душах слабых и лукавых такой намешана трав, что да простит нас Божий правый, но нам там жить не в моготу. Белой тенью на ветру он улетел, тая обиду. То ли Богородица во свиту, то ли в охранники к Петру. А мне открылось, как вокруг, по всей Руси из всяких точек взмывают белые комочки, как брали твердый курс на юг. А я стоял поникший духом, когда, прокравшись по плечу, мне кто-то тихо дунул в ухо: